Вы знаете, в чем проблема сегодняшней России? У нас на самом деле в стране сегодня коррупции нет. Потому что коррупция у нас переросла в систему кормлений. Когда чиновники любых уровней, занимая должность, сразу устанавливают таксы для того, чтобы получать доход от этой должности. Это не коррупция, это возвращение лет на 500 назад в прошлое, когда, да, система кормления, и министр вот в форме взяток берет на корм себе энные суммы. Заместители министра часто скромнее, но не всегда. И так вот по самой вертикали. Покончить с этим, вы знаете, в чем-то история с Большим театром, как и история с Русским островом, как и история с Сочи или Сколково, для всего общества это лакмусовая бумажка. Все знают, что украли, а будет ли кто-то наказан? И я вот недавно был только что в Большом театре, я посмотрел на то, как гордость русской, Российской империи и Советского Союза превратили в заштатный провинциальный театр. Ведь то, что я там увидел, где благолепие императорское или советское, вот эти кресла удобные, вот это реальная отделка, не ширпотреб, которым сегодня наполнен Большой театр. Вот я бы вообще еще раз оценил, а что же там сделано? Ведь сплошная, если перевести на современный язык, вместо Большого театра там большая фонограмма. Это что?